Привет! Покажу вам свой аутфит. На мне такое пальто горчичного цвета. И оно где-то докуда? Ну да, до колена. Блузочка, которая многим понравилась, сказали, что мне подходит глазам. Спасибо большое, девушки. Брюки у меня обычные, черные, зауженные. Такая сумка с цепочкой. Можно как клатч носить. Мне нравится, что как она выглядит. Вот так. Вот такие сережки. И покажу вам свои туфли поближе. И такие у меня туфли сегодня. Вот так они выглядят. Когда пошла мода на 70-е, я решила купить такой вот вариант. Немного они напоминают 70-е из-за толстого каблука. И, тем не менее, они смотрятся как классические туфли. Это японское производство. Я забыла имя дизайнера, я вам напишу. Очень классные, удобные туфли. И вот так вот у меня доходит пальто. И сумка. Покажу вам вблизи, какой у меня макияж. Коррекция лица, хайлайтер у меня, стрелочки, дымка такая, просто коричневыми тенями я делаю стрелочку. Рисую ее как лайнером. Получается так, что нет графичной стрелки, и тем не менее вот этот уголок затемнен. Вроде натурально, но стрелочка какая-то есть, глаза выделяются. И, как обычно, затемнила складку века. Все как обычно, все как видео, мой ежедневный макияж, только я начала добавлять стрелочку. На губах ничего. Лак у меня Tom Ford, который я показывала в видео о лаках. Много уже где его, по-моему, показывала. Вот такой вот у меня макияж. Я бы могла еще нанести помаду, как я хотела, темную помаду, но мне кажется, не стоит. С зеленой блузкой, с горчичным плащом, с такими сережками, мне кажется, не нужно. Вот так. Оставайтесь со мной. Мы сейчас находимся возле ресторана. Вот так выглядит вход. Барная стойка в ресторане и несколько столов. В принципе, маленький ресторанчик. Картины наверху. Я вам покажу внутри их. Ресторан французский. И есть в нем намек на итальянскую кухню и что-то от японской кухни. Вот такие здесь картины. Интересные. И нам принесли хлеб с маслом. Пьем вино. Очень вкусное вино. Бокалы. Хочу собрать коллекцию разных видов бокалов. Салат итальянский. Здесь моцарелла и помидоры. Капрезе. И подсвечена барная стойка. Мне очень нравится это. А знаете, что сделал этот ресторан? Помните, я вам рассказывала, что нельзя сообщать о том, есть ли награда Мишлен у ресторана. Так вот, этот ресторан выкрутился так, что они разместили одну картину, на которой вот этот человечек, дутый Мишлен, и он держит стопку книг. То есть, вроде они не говорят об этом, но понятное дело, что у людей сразу ассоциация с Мишлен. Очень хитрое, я считаю, что это неправильно, нельзя так делать. Салатики закончились, и сейчас будем кушать темпуру. Здесь рыба и кабачки. Это очень популярное японское блюдо. И это сосиска, это уже такое французское, с дижонской горчицей. Мне уже, если честно, не лезет. Все было вкусно, но мне на самом деле не очень нравится, когда смешана кухня, и они смешаны не в одном блюде, а просто тебе дают каждое блюдо из другой кухни. Не очень такое люблю. Все равно все очень-очень вкусно, и нас ждет десерт.
Десерт – яблочный пирог и мороженое. Мороженое с ванилью, даже можно увидеть черные точечки. На этом гастрономический влог окончен. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно. Спасибо вам большое за внимание. Хорошего дня, может, приятного аппетита. Пока-пока.